Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здрасте, ребятишки. С вами Рирс. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на сервере Premium Land, карта Вальхалла, и мы по-прежнему на этом гребаном плоту. Потому что так сложилось, ребят. Так сложилось, пока базу не достроили. Но уже начинаем ее потихонечку строить. Так, ладно, ребят, давайте сейчас починим арбалет. Пойдем приручим птеродактиля на сегодня. По плану. Остался нам только птеродактиль для полной коллекции. Желательно двух. И хорошего левела. Выучил я армор железный, как вы можете заметить. Мне немного не хватило на армор, как он называется, вот такой вот, короче, маскировочный армор, немного не хватило. Думаю, мы его замутим в процессе этой серии, возьму с собой ресурсов на всякий случай. Сейчас сделаем сразу еще один комплект брони, две шмотки там не хватало только. Что там нужно? Ну, файбер. Да, возьмем две соточки файбера с собой. Кожа будет в птице у нас. Полетим опять на птице. Все по стандарту. Поищем какого-нибудь 100 плюс птера. Так, наркоту-то я не взял. Собрался ее искать. Называется. Не рычите. Металла немного форманул. Давайте возьмем наркоту. Вот так вот хватит нам. Может, еще кого-нибудь приручим. Пока вроде нам никто не нужен. Пока никто не нужен. И поэтому все так произошло. Ладно. Полетели. Во-во-во, чуть не это. Копыта не откинул в этой воде. Ладно, летим искать птеродактиля. Ай, куда же полететь-то бы лучше за ним? Давайте вот здесь на горе посмотрим сначала, на которой мы постоянно тусуемся в последнее время. Металла здесь много. Много птеродактилей. И много всяких разных других птиц. Акула вон плавает. Все отлично. Все под контролем, так сказать. Есть у нас на починку? Не хватает нам ничего на починку. Ну, думаю, время сейчас сколько? 10. Блин, ну... За серию, может быть, успеем до ночи все это сделать. Смотрим, какой левел у птера. 40-й. Отстой. Сейчас бы сразу сходу прям найти 100+. Оглушить его по-быстрому. Приручить и заняться уже другими делами. Вот докачать левел, выучить арморку и сгонять в этот в снежный биом, поубивать пингвинов. 20-28. Поубивать пингвинов и сделать армор. Замечательный. Также пофармить там меха немного. Ну, снежные биомы там суровые на самом деле. И печально, короче, там будет. Я чувствую. Так. Вот так и еще раз вот так. Здесь птеров я чекал вроде как на полянке. Давайте еще посмотрим, может, что-нибудь найдем. Такое эдакое. 8-й левел. Смотрите, какой замечательный птеродактер. Так, кто здесь живет? Балбес. А, ну мы его видели, этого балбеса уже. 108-й? Это какой? Чё? Я не сплю? И самец, и самка? Серьезно, твой? Оу! Ребзи. Ребзи. Давайте прям в голове пойму сейчас. Вот так вот. И помчали. Второго найдем. Сука, куда он полетел? Вот он. Он же? Вон он. Отлично. Все отлично. Так, куда он сквозанул? Вот он летит еще. Летит, зараза. Он? 108-й, да. Блин, затем потом возвращаться нам далековато. Смотрите, прям летит и летит. Прям нормально в голову-то вжарил. Он все остановиться не может.
Все вроде остановился, отлично. Ждем, пока сядет, еще один выстрел в голову ему, и он должен упасть, по идее. Если что, еще один. Так, это какого левела? 40-й. А у нас кто вот этот? Сука, не успел посмотреть. Ладно, сейчас посмотрим. Самка. Ты куда? Вроде в голову. А вроде везение. Блин, ну это реально, это прям фартануло вообще просто, ребята, серьезно. 2 сотых тира сразу. Опа-опа, кто там такой строится? Непонятно. Что ничего не понятно. Сервер потихонечку оживает, ребята. Куда-то он сел-то. В кустари. Стоять. Да ты, ну ты постой, ну. Родной. Роднулька. Нет, так не попадем. Во. Отлично. Вообще прям. Просто супер, ребята. 100-й, 108-й. Сейчас мы ему шипов наделаем. А у нас есть шипы, отлично вообще. Так. Городим. Уйди, а. Не до тебя сейчас вообще. В какой-то веке отличные новости прям. Давай. Во, отлично. Так, прайма нет у нас. Наркоту пока ложить ему не будем. Пойдем в прайма фарманем по бурам. Прайма и мясо. Так, где-то здесь должны быть стегозавры. Погнали на гору, там ходили стегозавры. Водички попьем. Ох, хороша водица. Просто супер. Это все, видите, это все железный армор, ребята. Железным армором велика вероятность найти хорошее животное. О, Бронта. Все. Бронта, прощай. И никогда не забывай. Так, сначала пробьем вот того птеродактиля. 28-й. 12-й. Ну, 100-го мы приручим. 100-й самец должен быть. Смотрите, как быстро можно. Раскрас, кстати, классный. Бронта, такой полувоенный. Камуфляжный. Легко и быстро. Весело и обалденно. Мы расправляемся с Бронто. Так. Нейтрал, нейтрал, все. И Диморфродон его тоже дамажит. Причем охрененно так. Половину урона, наверное, делает. Поэтому нужно будет себе мартышку себе для веса сделать. Тупо вес в ней прокачать. Воу-воу-воу, прайм-то где? Серьезно? Без прайма. Мартышка для веса. Вот эта штука для урона. Я потом еще придумаю, для чего компи нужна будет. Тупо на хп ее, что ли, сделать, чтобы танковала. А что там ее танковать-то? Ну, не знаю, что с компи сделать. В общем, нужен нам 120-й Диморфродон будет, по-любому. Потому что он нам поможет вообще жестко. Давай, давай, давай. Слышали звук такой? Типа ха! Это значит, что Диморфродон дамажит. Я буду его сокращенно Димка звать. Димка дамажит, значит. Димас. Все отлично. Бронто убегает от нас. Все, сейчас сдохнет скоро. Ну, это по количеству крови на нем можно заметить. Тоже, что он скоро кони двинет.
Блин, там Птер, про него забыл. Совсем все сейчас этого лупим под дорогой до конца. По-любому в Димке лежит у нас Prime. Пару кусочков-то должно быть, по-любому прям. Инфа, соточка. Давай быстрее. Ну, ждет же Птер-то нас. Вот. Будем постепенно приручать, по очереди, по одному, короче. Сначала одного, потом другого. Чтобы не разорваться между ними, а нормально приручить. Все, летим. Закинем ему миска. А вот где он только был? Либо здесь где-то, либо там дальше. Давайте здесь пролетим, посмотрим. Вон он. Нет. По-моему, где-то здесь он вырубился. Вот на таком пригорке. Нет, дальше, видимо. Так, вот он. Нет, это стега. Ну, стега тоже нам понадобится. Сейчас нам для начала... Вот, все, нашел. Для начала надо с этим справиться. Так, давайте скинем. Димаса. Нет, Димас без прайма, к сожалению. Димасу надо больше урона. Делаем вот так. Ложим прайм. Все, оно сжирает. Закармливаем. Ну, праймов 10. И он встанет. Так, где стега был? Стега. Завр. Какой левел? 32-й, нормально, справимся. Очень мало прайма. У меня с одного бронта вчера, когда мы приручали... Кого мы там приручали вчера? Жабу когда приручали, я когда фармил бронта. С одного выпало 9 прайма аж. И 2 еще в этого, в Димаса. Ну ты... Так, Димас. Есть у тебя прайм? Есть. Отлично. Давайте сразу его закинем. Пока рядом здесь ходим. И отправимся в небольшую такую вылазку. Еще бы одного человека нам, который будет следить за всем этим делом. Вот так, подкормим тебя еще. Ладно, у нас минут 5 есть еще. За эти 5 минут мы должны по максимуму с этим справиться. Пока качаю скорость птицы. Потом займемся разведением, когда построим дом. Но это не скоро, ребята, будет. Я хочу удовольствие растянуть здесь подольше. Постепенно, плавно. Так, по зернышку, по семечку развиваться на этом сервере. Так интереснее. Намного интереснее. То эти быстрые старты уже поднадоели, если честно. Там 5-6 дней, все. Full metal. И как-то делать-то и нечего становится. А здесь смотрите, сколько делов. Итого приручить, дом построить. Единственное, дом строить на видео. Сложно будет показывать это. Это только заранее, если нафармить ресурсов. Что-то какая-то не густая гора. Нафармить ресурсов, о, Рекс. Нафармить заранее ресурсов и на видео чисто строительством заниматься, а не фармом. Это да. Придется... Выделю как-нибудь время, пофармлю. На дом. Добью его все-таки. А то мы там начали строить, что-то он большеватый какой-то получился. Там по 3 бегемотина, наверное, в ширину. Разошлись прям. Давай, Рекс, надеюсь, ты не подведешь. Ну давай. Ну дохни ты. Надо сверху его дамажить. Че я туплю-то? Тут
еще столько всего не пройдено у нас, ребята. Это надо еще тепличку сделать. Сделать место, где будем разводить животных. Место будем, где киблы варить. Место, где животные будут яйца нести. Делов у нас миллион. 20-го Рекса так долго ковырял. Что за прикол такой? Давайте яйка лутанем. Пригодится пойти. Посмотрим в Димасе. В Димасе правильно один есть. Сразу заберем. Ложим птицу. 4 прайма мы получили. Яйка. Все шикарно. Надеюсь, сегодня без фейлов у нас будет. 8-я птица. Я ищу, знаете кого? Ой, еще Т-рекс. Но это уже потом. Другая история. Ищу какую-нибудь... нам самка нужна, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Сейчас слезем, посмотрим, кто нам нужен. Тоже 100+. Короче, противоположного пола. То у нас два одинакового пола. Не поразводить животных. А это из этих прикольных птиц мы потом выведем отличного боевого аргентависа. Шо я рот-то уманал? Вот так вот. Сюда же мы летим? Сюда. Так, раз, два, три, четыре. Отлично, он как раз пожрал. Так, сразу закормим тебя немного. Вот так вот. Вот так вот. И пока можно не фармить, в принципе. А, вот стегозавр. Давайте его шатанем. Пока рядом, возле дома стоим. Он не так быстро жрет птеродактиль, как хотелось бы. Не как Фиомия. Фиомия, наверное, самое быстро приручаемое животное. Там сотого на x1 нужно там за 10 приручить, за 15. Ну ладно, за 30. Это на самом деле быстро. Очень быстро. Быстрее только дудошки приручаются. Реально, кстати, да, по-моему, дудошки быстрее приручаются. Потому что это животные, на которых нет киблов. И на них приручение не такое уж и лютое. Сука. Димас. Видите, вот с одной стороны вроде удобно, да? Так делать. Я, наверное, скорость прокачаю. О, один прайм есть. А он еще ни один не съел. О-о-о. Да. Это надолго. Птица не отнялась. Так, у нас есть инграммы. Давайте выучим дальше то, что мы хотели выучить. Раз, два, три, четыре. Башка еще осталась. Все, остальное уже на что-нибудь другое солим. Так. Сейчас он один прайм скушает. Посмотрим, сколько осталось тут времени. 5 минут. У всех, да? И у этого 8 минут. Ну, в принципе, 8 минут у нас есть. За это время он... Холодос бы поставить сюда. Не хочется заморачиваться с ним, ладно. Хрен с ним. Так, пофармим. Видите, прям как по маслу все идет у нас сегодня. Я прям рад. Жесть вообще. Ну, я думаю, какая-нибудь... ВК-верстка будет с другим птеродактилем. Чё-нибудь он замутит такого эдакого. Куда-нибудь в воду упадет, еще что-нибудь такое. Давайте закормим птицу. Немного разгрузим ее. В принципе, хватит. Так, с Бронта-то сражаться сейчас не будем. Будем сражаться с Т-рексом. Эту птицу мы видели, да? Да, это 28-я. Рекс 16, сейчас его, сука, убью же. Нам бы добить его. Сука, а? Ну не успел. Ну чутка.
Вот как лишиться скорпиона за 10 секунд называется. Печалька. Ладно. Тогда стягача. Явно мы с того не получили ничего. Вон за нами там бегут. Веселая битва, короче, будет сейчас. Главное, нам его добить и есть. Отлично. Два прайма, три прайма. Еще, может, Димас что получил. Оп, иди сюда. Сука, бегут за нами. Я поди успею. Оп, пацан-тре, не успели, да? Давайте, кукуйте. О, котейка дохлый. Опачки. Погодите, погодите. Там какая-то птичка была. 20, сука, ну показалось, 120. Ну с кем не бывает, ребята, с кем не бывает. Фух. Так, а там случайно не птера, он сидит в кустах? Угу, два птера. Вообще, я в планах хочу каждой твари по паре приручить. И в итоге получить эту гребаную ачивку, которая удается вот за эти вот штуки. Видите, половина у меня уже открыта, осталось там, по-моему, 18 или 20 еще животных. Плюс еще скоро новых ведут. Будет весело, короче. О, Димас, ты там насобирал в себя, конечно. Очень много лишнего. Так, 650 из 900. 800 точно. Половина уже. Вообще отлично. Тут либо X5, либо X3 приручение на животных. Но вообще на все X3. На все остальное. На этом сервере. Ссылка на который в описании, кстати. Вы приходите играть-то, вы чё? Вы запарили. Если ищете отличную карту Вальхалу, без лишних модов, только полезные, здесь мод один, единственный гриндер, и все. Офигенно же вообще. Почти классика, только немножко побыстрее все это дело происходит. Немножко побыстрее животные приручаются, немножко побыстрее ресурсы фармятся. Как-то так. 68-й, ну, тоже неплохой. Где-то мы там сотого видели-то. Видели, да. Вот за этой горой он, по-моему, должен быть. А вот не он случайно? Угу. Дважды. Так. Вон он, походу, летает. Да, вот он. Самец, у нас та самка. Та самка, блин. Все, запомнили, где он. Сейчас того оглушим, отвезем на плот. И оглушим этого. Оглушим, говорю, приручим того 108-го самку. Пойдем за этим. Вообще прям в одном месте два. Детям потом своим рассказывать буду эту историю. А вот, ребята, помните, говорит. Внукам, точнее. Внуки будут спрашивать: деда, расскажи какую-нибудь увлекательную историю. А я скажу: два птера 100 плюс в одном месте резнулись. Представляете? Внучки. Они: ого, деда. Охренеть. Вот это, говорят, фартануло. Как фартануло. Ладно, что там, 4 минуты, 4 минуты, 5 минут, 2 минуты. Половина протухнет. В принципе. Идти фармить надо опять. Одно какое-нибудь животное. Хотя бы парочку прайма. С него получить. Вообще лучше вот поморить голодом, нафармить штук 10 сразу. И закинуть в него. Да и все. И не париться потом.
Где там птер-то был? Это вот реально самый простой способ будет. 76-й, смотрите, прям прет нам на птерах высокоуровневых сегодня. Почему позавчера-то такого не было? Или когда там серия выходила, где мы птеров искали? Не нашли. И я тут ему, значит, прайм фармлю, а он уже приручился, петух. Ну ты смотри, какой быстрый-то прямо. Еще осталось у него. Неплохо, неплохо. Ладно, разбираем тогда все это дело. Все эти шипы. Сейчас нужно будет нам скрафтить новые. Волокна у нас, думаю, хватит. И пойдем сразу превращать второго. Сейчас на статы посмотрим этого. Чего у меня там получилось? 800 здоровья, 960 стамина. 273 урона. Так себе, на самом деле. Посмотрим, что у второго будет по статистике. Погнали, отвезем его на базу. Ну что, все на месте. Ищем теперь этого птеродактиля. Надеюсь, это он. Угу. Конечно. Надеюсь, это он. Угу. Конечно. А где так там? А, вот он. Сидит там, как привязанный. Ждет. В ночи-то будет сложновато тебя глушить, дружище. Вот был отличный сейчас шанс его оглушить, пока он был не в себе немножко. Отлично. Это он же сквознул? Да по-любому, кто еще-то мог. Так, ну все ресурсы у нас есть, в принципе, для приручения. Наркоту я забрал, не забрал, не помню. Прямо аимбот как будто установил, да, ребята? А, нет, ты в воду летишь. Сука. Вот это вот я боялся. Что он однажды полетит тупо в воду. Ладно, ждем. Потому что в воде его приручать бессмысленно вообще. Он сразу же сдохнет. У него начнет тратиться кислород. Да и вообще по хозяйству. Все будет очень и очень печально. Давай, другая, не куда-нибудь улетай в другое место, а. Ну не нужно тебе сюда. Вообще не нужно тебе, чувак. Давай, 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 давай. Вот сюда вали. Вот сюда, на пляжик. Дружище, на пляжик. На пляжик. Можешь шмальнуть по нему разок. Чтоб разбежался. Хоп, и сразу улетел. Да. Так я и думал, что будет с приколом птеродактиль. Можно, конечно, его продамажить, и он улетит оттуда. Сейчас подождем, посмотрим. Во-во-во, все, 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 все. Все отлично, ребята. Он снижается. Сейчас на тебе. Друганя. Так, другая нет, другая не вроде. Все, изи. Изи, бризи. С
сразу подкормим ему две штучки. Так, теперь нам нужно, знаете что, ребята? Нам нужно сначала убить этого дила. Убить дила, взять кожу, нафигарить шипов. Всего лишь два? Серьезно? Ладно. Сейчас должно быть 5. Нет, еще 2. Ладно, 4 хватит. Берем птицу. Ну, все по той же схеме, ребят. Дежавю. Жанжар, имбей. Пиздец. Вот ты петух, а. Понятно. Теперь нам нужен самец сотого уровня. Полетели искать. 20-й. Вот прошлый раз точно так же я бы лишился того птеродактиля. Точнее, эффективности приручения. Поэтому, ребята, нужно всегда с собой шипы сразу носить и просто зачищать всю местность вокруг. Так и знал, что будет какая-нибудь херня с этим птером. По-другому просто не может быть. 80-й маленький слишком левел. Да. О! О! О-о! Все. Джекпот на джекпоте просто сегодня. Так, нужно как-то его так. Блять. Друг, ты где? Я не причиню тебе вреда. Я просто тебя немножко приручу. Вон он. Уже сюда втопил. Нихера ты. Ну давай. Сыграем в эту замечательную игру. Оглуши птера. Бац. И не попал. Опачки. Вот он летит прям в воду опять. Двадцатый. Я знаю, что он там. Вот он. Сотый. Тут тоже все в дело. Нужно будет сразу прям лететь и зачищать все. Да мы их сейчас сразу и зачистим. Пока он летает здесь. Дело же падальщики. Вот он. Я думал, другой просто. Решил проверить. Вот опять в воду. Зря, короче, дело там защищал. Здесь по новой придется. Падай, есть. Так, сука. Больше я на эту херню не куплюсь. Блин, там же наркота еще была в том. Не, я забрал. Фух. Отлично. Все, сразу ставим. Сюда шипы. Сюда шипы.
Тихо, тетерев, ты справишься. И сюда шипы. Нихера вас тут. Пипец вообще. Так, и последние шипы. Вот сюда. Я думаю, еще одни замутим. Там не хватает совсем чуть-чуть. Это будут шипы резерв. Чтобы отгородить нежелательных элементов, так сказать. Их вот так поставим. Ну и все. Я думаю, с ним все будет в порядке. Отправляемся фармить. Тут как раз Бронта рядом. Сейчас я при вас убью парочку. А потом уже поставлю на паузу и вне записи займусь с ним приручением. Ну тут даже раскраски поинтереснее будет. Так что я доволен. Тихо, тихо, тихо. Да, надо, короче, Димку приручить себе получше. 120-го и тупо дамаг ему качать. И ничего, кроме дамага. Он реально будет тащить. Потому что по дефолту у него дамаг побольше, чем у мартышки. Если взять диких. Там за окном собаки лают, надеюсь, вам не слышно было. Давай, кусай, кусай его. Какая шипастая у нее спина. Вы уже успели посмотреть на скриншот на титанозавра? А, ребята, если нет, ну, я, наверное, прикреплю его сюда, если не забуду потом при монтаже. Офигенный. Реально, он здоровый, там уже нормальная моделька, раскрашенный. Больше гиги в 3 раза примерно. Это то есть 5 гига размером с бронтом, то это как 3 бронта. На нем реально можно там замок свой строить. Базу прям небольшую такую. Я думаю, там слотов побольше на нем будет. И какая-нибудь крутая платформа. Или вообще без платформы, просто сразу на нем. Хлоп, устройся на спине. Вот это будет вообще жесть. Но чтобы такого приручить, это надо будет постараться. Ну, в принципе, как гигантозавр, то же самое, или мозазавр какой-нибудь. Но его будет очень сложно убить. Примерно как этого 116-го бронта. Серьезно, 116-го бронта. Блин, я его убью вблизи прям. Сука, он сейчас... О, нет, давай-ка. Иди за нами, иди за нами. Сюда, 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 друг. Блин, он сейчас может хвостом просто задеть. И все, и пошла наша страта по одному месту. Плохому. Это будет весьма и весьма печально, ребята. Так, пора на пассив ставить. Я вот так вот теперь делаю. То есть он нам немного дамажит, дамажит, дамажит. Потом, когда останется чуть-чуть его добить, животное какое-нибудь, вырубаем атаку у сидящего на плече динозаврика. И уже сами разделываем тушу эту. Эх, скучаю по своей птице, у которой было 1000 дамага. Но, правда, скорости у него не было вообще. Я раньше птицы на скорость не качал никогда, когда на официалке играл. Дамаг, вес, хп. Стамина немного. Давай, дохни уже.
Жесть. Закликаем его до смерти, ребята. Вон он убегает от нас. Дважды уже. Есть. Ну, с тебя как минимум должно праймов 50 выпасть. Угу, всего 4, твою мать. Ладно, летим. Закинем этот прайм, ставлю на паузу и уже включаемся, когда он приручится. Сразу заберем вот так с него все. Прокачаем потом эту птицу. Прайм. До талого кормим. Даже вот так ему оставим. 25. Чтоб не жалко было потерять. Ну, приручится. Ну, хрен его знает, короче. Пойду фармить дальше. Не переключайтесь. Все, ребята, отлично, приручился. Давайте на него посмотрим. По статам, что у него 1000 здоровья, 1000 стамины. Должно быть меньше у него урона, да и урона побольше. Странный он какой-то. Почему у того так мало? Ну, тот, видимо, ушел либо в еду, либо еще в что-нибудь. Ну, понятно, на каком летать теперь будем тогда. На этом. Все просто. Все, ребят, на этом завершим серию сегодняшнюю. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, лайки ставить, нажимать, рассказать друзьям. С вами был Рирс. Всем счастливо. Всем пока. У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.